Сообщение будет состоять из нескольких сложных случаев опухолевых инвазий в нижнюю полую вену, которые подтолкнули нас, возможно, к спорным, к непростым решениям. Но надо сказать, что удача любит усердие, поэтому, слава Богу, во всех этих ситуациях нам повезло, и результаты были хорошими. Первый случай довольно нетипичный – рак правой почки с тромбозом инфраренального отдела нижней полой вены. То есть мы все привыкли оперировать этих пациентов, опухоли с почечно-клеточной раки, при которых опухолевые тромбы распространяются в нижнюю полую вену, зачастую в ее запеченочный сегмент. В этом случае ситуация была совершенно другая. Видите, прямая инвазия опухоли в инфраренальный отдел нижней полой вены с тотальным стенозом и не опухолевым, а кровяным тромбозом инфраренального отдела нижней полой вены. Это довольно редкая клиническая ситуация. Сформированные коллатерали позволяют выполнить резекцию нижней полой вены без реконструкции в этом случае. Однако есть одно но. Маргинальная функция левой почки диктует необходимость сохранения левой почечной вены, которая находится прямо на уровне опухолевой инвазии. Значит, при выполнении этой операции мы шли на окклюзионную резекцию нижней полой вены с сохранением соустья между левой почечной веной и супраренальным сегментом нижней полой вены. При этой операции, при иссечении зоны опухолевой инвазии, у нас сформировался вот такой довольно большой дефицит задней стенки нижней полой вены. То есть переднюю стенку мы имели хорошую, задняя с дефицитом и с переходом дефекта на устье левой почечной вены. Это оказалось проблемой, потому что после удаления препарата мы выполнили реконструкцию, сформировали культю, потом пришивание вот этого переднего лоскота назад, за счет этого сформировался кинкинг левой почки и сразу же получили геморраж по мочевому катетеру. Для освобождения левой почечной вены было применено вот такое решение. Вы видите, мы пересекли левую почечную вену чуть-чуть дистальное соустье, ее истинного соустья с нижней полой вены, развернули этот кинки, наложили еще один анастомоз. Гладкое послеоперационное течение, без острого повреждения левой почки и без отеков ног. Этот случай, с нашей точки зрения, демонстрирует то, что если мы начинаем заниматься онковоскулярной хирургией, то у хирурга, который начинает этим заниматься, должен быть богатый арсенал стандартных подходов к сосудистой хирургии. То есть должен быть опыт, который подскажет тебе решения, которые позволят выйти из непростых ситуаций. Второй случай – это случай очень редкостной патологии лейомиосаркома нижней полой вены на уровне почечных вен с частичным тромбозом инфраренального отдела нижней полой вены и подвздошных вен. Вы видите в этой зоне тромб опухолевую массу, которая распространяется в устье правой почечной вены, которая распространяется в устье левой почечной вены, блокируя его, и кровяные тромбы в подвздошных венах и инфраренальном отделе нижней полой вены. Обе почки дренировались нестандартно у этой пациентки. За счет тотальной окклюзии нижней полой вены обе почки дренировались по поясничным венам в систему азигас и гемиазигас. И 4 см правой почечной вены в воротах почки были интактны. Пациентка настаивала на нефросберегающей хирургии. Ну, мы пошли ей навстречу. Удалось выполнить вот такую операцию. Резекция супраренального и инфраренального отдела нижней полой вены с сохранением правой почки, реконструкция венозного тока, ушитая культя нижней полой вены снизу, сверху, к сожалению, цветопередача страдает, на экране видно хорошо, культя сформирована на уровне первого сегмента печени, аорта, нижняя полая вена отсутствует, естественное соустье между левой почечной веной и левой поясничной веной удалось сохранить, левая почечная вена вот здесь ушита наглухо, правую почку удалось дренировать путем наложения анастомоза между правой почечной веной и правой поясничной веной, вот той коллатералью, которая изначально была сформирована. В послеоперационном периоде этот анастомоз работал хорошо, у пациентки на данный момент полностью она жива без рецидива, полностью сохранена функция обоих почек, подтверждена динамической реносцинтиграфией. Этот случай, с моей точки зрения, иллюстрирует необходимость очень такого индивидуализированного подхода к пациентам, у которых есть опухолевый тромбоз. У многих из этих пациентов есть коллатерали, и не всегда те решения, которые мы привыкли, то есть впихнуть вот сюда протез с риском парапротезной инфекции, тромбоза этого протеза, усложнить, удорожить операцию, подвергнуть пациентку пожизненному приему антикоагулянтов, это стандартное решение. Нестандартное решение позволяет решить эту ситуацию за 10 минут, но для этого эти коллатерали надо искать. То есть если бы не было предоперационного анализа с поиском вот этих двух коллатералей поясничных вен, естественно, мы бы не получили никакой возможности выполнить вот такую дренирующую операцию с реконструкцией тока от почки. Следующий случай, который нам попался в прошлом году, это рак левого надпочечника. Абсолютно нетипичная ситуация, большая опухоль очень левого надпочечника без
каких бы то ни было локальных инвазий. В этом случае операция была скомбинирована со спленэктомией, но только по техническим причинам. Истинной инвазии там не было. С тромбозом. Тромб распространялся через надпочечниковую вену до второго уровня по низ. Уловка тромба, он стелится дальше выше по полой вене. И тромб распространялся во все коллатерали оттока от почки. А с второй особенностью было две выраженные левые почечные вены. Верхняя полюсная левая почечная вена, учитывая этот тромбоз, тотально дренировалась через левую поясничную вену, вот это коллатераль в систему полунепарной вены. Нижняя полюсная вена, к нашему удивлению, дренировалась через левую гонадную вену в сторону подвздошных вен. И, к сожалению, учитывая пучки вот этих коллатералей и то, что они были очень сильно ранимы, сохранить их было невозможно. То есть эти коллатерали мы были вынуждены при операции перевязать. Законченный оперативный объем выглядел таким образом. Левосторонняя адреналэктомия со спленэктомией, тромбэктомия из нижней полой вены, двойная реконструкция венозного тока левой почки. На первом этапе была выполнена тромбэктомия супраанального отдела нижней полой вены с краевой резекцией в зоне прилегания и ушиванием дефекта на уровне прилегания этого тромба. Поскольку он не отделялся от интимы, выполнена срочная гистология, получен опухолевый тромб. На втором этапе была выполнена левосторонняя адреналэктомия со спленэктомией. Вы видите ситуацию после этой операции. Это хвост поджелудочной железы, его задняя поверхность, нижняя брыжеечная вена, селезеночная вена, верхняя почечная вена, нижняя почечная вена и гонадная вена. Это левая почечная артерия. Реконструкцию удалось выполнить путем наложения двух анастомозов, то есть двойная реконструкция, потому что на зажимах почка выпадала в конгестию или верхний, или нижний полюс. Первый анастомоз – это вшивание верхней полюсной почечной вены в селезеночную вену по типу ренолиенального шунта, конец в бок. И второй анастомоз – вшивание нижней полюсной вены в гонадную вену. После этого почка приобрела нормальный внешний вид. Нижняя полая вена спустя 6 месяцев после операции проходима, без тромбозов, без признаков рецидива. И ренолиенальный анастомоз проходим, без тромбозов, без признаков рецидива. Эта ситуация аналогична предыдущей, то есть когда онкохирургия, она безусловно должна быть в таких сложных случаях и агрессивной, и радикальной. Но тем не менее мы должны помнить о том, что когда речь идет о там, десятках, 10 сантиметрах толстой кишки, возможно, или тонкой кишки, возможно, эта ситуация не жизненно важная. Но когда речь идет о пациенте, который имеет вероятность потом еще получать химиотерапию, другие проблемы, это пациентка молодого возраста, с моей точки зрения, должно быть сделано все возможное для того, чтобы сохранить почки. Поэтому и в одном, и в втором случае удалось сохранить им почки. Четвертый случай, который я хотел сегодня показать, это рецидив липосаркомы с инвазией в печень, диафрагму, запеченочный отдел нижней полой вены. За 9 месяцев до нас этой пациентке была выполнена нерадикальная операция в объеме удаления частичного липосаркомы с правосторонней нефроадреналэктомией, рецидив G1, рецидив вот в этой зоне с близким прилеганием к первому сегменту, с близким прилеганием к нижней полой вены. Этой пациентке, безусловно, требовалась тотальная каудальная лобэктомия для радикальной резекции. Мы планировали пересечение запеченочного отдела нижней полой вены на уровне устья средней левой почечных вен с необходимостью средней и левой печеночных вен, с необходимостью сложного косого проксимального анастомоза. У пациентки, учитывая плоскость диссекции и сложные анатомические особенности, был высокий риск желчеистечения, правосторонняя гемигепатэктомия с тотальной каудальной лобэктомией. По данным всех исследований, осложняется желчеистечением более чем в 10% случаев. Также у такой пациентки, учитывая объем диссекции и резекции, высокий риск формирования ограниченных жидкостных скоплений поддиафрагмально справа, исходя из этого высокий риск парапротезной инфекции. То есть, планируя эту операцию, мы столкнулись с тем, что нам хотелось сделать максимально все возможное для того, чтобы в зоне гемигепатэктомии с тотальной каудальной лобэктомией у нее не было синтетического протеза. Почему? Потому что я думаю, те люди, которые сталкиваются часто с сосудистой хирургией, знают, что инфекция магистрального сосудистого протеза в нашей стране – это фактически дорога в один конец. Значит, нам удалось выполнить эту операцию следующим образом. Была выполнена правосторонняя гемигепатэктомия с тотальной каудальной лобэктомией, резекция запеченочного отдела нижней полой вены с замещением аутографтом. На первом этапе мы мобилизовали полностью печень.
выполнили резекцию диафрагмы, выполнили трансперикардиальный, то есть путем сагитальной диафрагмы перикардиотомии, контроль надпеченочного отдела нижней полувены. На втором этапе мы прибегли к нестандартным решениям, мы пересекли полностью, ну, опять же, плохая цветопередача, к сожалению, извините, пересекли полностью паренхиму печени, это первый сегмент в объеме каудальной лобэктомии, это срез со стороны правой доли печени, это срез со стороны левой доли печени. Удалили пациентке инфраренальный отдел нижней полувены, заместили его протезом, который потом укутали сальником, то есть тотально изолировали от правого поддиафрагмального пространства. И на третьем этапе наложили зажим, удалили препарат, и вот инфраренальный отдел нижней полувены, выполнили его транспозицию в супраренальную позицию. За счет чего, во-первых, удалось избежать наличия вот здесь синтетики возле среза печени. Во-вторых, было гораздо удобнее выполнять саму реконструкцию, потому что стенка вены мягкая, пластичная, позволила хорошо вшить почечные вены. Это, собственно говоря, сам макропрепарат с разрезом, проведенным через стенку нижней полувены. Там была гистологически истинная инвазия. Стоило ли заморачиваться? Ну, уже первая послеоперационная неделя показала, что стоило. У пациентки на компьютерной томографии вы видите, это дренаж, толстый дренаж, блейковский, активный, который перестал работать. Он забился сгустками фибрина, мы не могли его промыть. Большое поддиафрагмальное оскобление, температура, рост цереактивного белка, прокальцитонина. При этом на уровне, вот это уровень проксимального анастомоза протезного, на уровне протезного анастомоза, видите, возле самого протеза никаких жидкостных скоплений нет. Было выполнено КТ-ассистированное дренирование от этого жидкостного скопления. Ситуация, к счастью, это была не белома, это было скопление асцита такого мутного. Получили посев, провели антибиотикотерапию, других септических осложнений не было, парапротезное скопление, инфекции не было, протез проходим в течение 9 месяцев после этой операции. Следующих два случая, тут обсуждал профессор Кек уровень перевязки нижней брыжеечной артерии, но я могу сказать, что есть определенные стандартные вещи. Да? И когда мы говорим о сохранении нижней брыжеечной артерии, или о том, что мы жертвуем стволом, мы должны помнить, что если мы не убрали 252-ю группу лимфоузлов, то есть не выполнили D2 диссекцию, то в операционную лучше было вообще не приходить. Абсолютно идентичные случаи, пациентки похожи как сестры-близнецы, они даже в одном и том же возрасте, срецидивировали в одно и то же время. Вот это внешний вид ситуации после якобы сигмоидэктомии. Крупный опухолевый узел, который относится не к 253, не к апикальным лимфоузлам. То есть это D2 регион для сигмы. В толще этого узла проходит нижняя брыжеечная артерия, инвазия бифуркации аорты, инвазия в левый мочеточник, инвазия в подвздошную вену. Обе пациентки молоды, и особенностью было, мы стараемся не реконструировать подвздошные вены, особенно у возрастных пациентов, потому что это, ну, скажем, лишний геморрой для хирурга, который не дает очень больших функциональных и стабильных результатов пациентка. Но обе эти пациентки категорически настаивали на реконструкции венозного тока от левой ноги, и необходимость бифуркационного протезирования аорты и краевой резекции нижней полувены делала бесперспективным протезирование с левой подвздошной до нижней полувены. Обе эти ситуации были решены абсолютно одинаково. То есть в обеих ситуациях мы выполнили один и тот же объем, обструктивная сигмоидэктомия, завершающая СМЕ-ЦВЛ, то есть с радикализацией туморспецифической мезоректомэктомии, параортальная диссекция уровня А2, учитывая наличие подозрительных узлов, ни в одном, ни в втором случае параортальные узлы были не поражены, резекция протезирования бифуркации аорты, реконструкция венозного тока левой ноги в обоих случаях проводилась путем протезирования остатком одной из браншей протеза с позиции левой наружной подвздошной вены, вот они в двух этих случаях, на устье левой гонадной вены. Это позиция для протеза. Протезы у нас были не усиленные, поэтому проводить протез под бифуркацией аорты над мысом креста не было никакого смысла, его бы просто сдавило за счет пульсации аорты, это был бы источник тромбоэмболии. У обоих пациентов эти протезы проходимы на данный момент. Единственным различием между этими двумя случаями было то, что в первом случае мы восстановили мочеточник путем УЦНС ПСОС-ХИЧ, а во втором случае восстановили путем анастомоза конец-конец. Это один из случаев, это пятый случай. Гистологически в пятом случае была подтверждена инвазия в адвентицию стенки аорты. То есть, ну, вот весь этот бардак, ну, по-моему, это просто возмутительная ситуация, когда пациентам не выполняется даже D2 диссекция. Все это конгломерат лимфоузлов второго региона. Это разрез, проведенный через аорту, через подвздошные артерии. В шестом случае гистологическая инвазия в медию стенки аорты. Пациентки живы, без рецидива на данный момент.
Хотелось бы сказать, что в шестом случае нам очень помогли ребята, которые работают в Днепре. Огромная наша признательность Олегу Сергееву и Станиславу Сирому за организацию. И Дима принимал участие в вот этой операции, она была очень сложная. Порой я нервничал, порой позволял себе лишнее, но несмотря на то, что гораздо крупнее, габаритнее меня, все перетерпел, очень сильно помог. Я тебе очень признателен, Дим. Седьмой и восьмой случай также похожи. В этих случаях мы применяли тоже не совсем стандартные подходы. Это метастазы семеномы после неоадъювантных курсов химиотерапии в параортальные лимфоузлы. Это один пациент, видите, большие балки узлы, которые находятся позади нижней полой вены левой почечной вены, и второй пациент, у которого узлы окутывают почечную артерию. Это нередкая проблема, хорошо знакомая онкоурологам в тех центрах, в которых активно лечат семеному. Опасностью является то, что вот эти балки узлы распластывают устья поясничных вен. Большая проблема хирургии семенома радикальной – это выраженный фиброз после полихимиотерапии и огромные риски профузного кровотечения или нерадикальной резекции при выделении вот в этих зонах нижней полой вены по ее задней стенке. В обоих случаях мы применили одну и ту же технологию. Трансковальный доступ, то есть для того, чтобы безопасно видеть полностью отмобилизован конгломерат от стенки аорты. И там это была modified template диссекция, то есть справа мы делали диссекцию до уровня А2, слева мы диссекцию не выполняли, клинических данных за наличие метастаза там не было, радиологических. Пациенты молодые, хотелось сохранить им функцию мочеполовую. Конгломерат, который фактически вот из этой позиции, он уже отделен, это поясничная передняя фасция, он уже отделен от фасции, вроде бы все сосуды в руках, но выполнять резекцию из этого доступа просто невозможно. Потому что будет кровотечение, и единственный вариант – это протезировать нижнюю полую вену. Для того, чтобы у пациентов не было протеза в организме, для того, чтобы сделать эту операцию более простой, мы накладывали два зажима на инфраренальный отдел нижней полой вены, отсекали левую почечную вену, оставляли дренироваться левую почку за счет гонадной вены, пересекали нижнюю полую вену в инфраренальном отделе. В итоге получается вот такая картинка, господа. Когда нижняя полая вена находится здесь, видите, полностью очищенное ортоковальное окно, мы имеем возможность под прямым визуальным контролем выполнить удаление всех этих конгломератов метастазов с сохранением стенки нижней полой вены, с ушиванием мелких дефектов. Все удалено радикально, в обоих случаях ранорезекция, нижняя полая вена до этапа реконструкции и после этапа реконструкции путем наложения всего лишь одного анастомоза без синтетики и без требования к дальнейшим длительным антикоагулянтам. Это один случай. Во втором случае было выполнено этому пациенту после трансковального доступа, то есть вот здесь была пересечена нижняя полая вена. После того, как мы ее развернули вверх, мы выявили неразделимое врастание, то есть очень крепкое врастание в медиальную стенку нижней полой вены. Для того, чтобы не шить молодому пациенту протез и не сталкивать его с рисками антикоагулянтов, взяли ремную вену, выполнили реконструкцию заплатой и потом уже после реконструкции заплаты полностью восстановили кровоток. У обоих пациентов вот эти конструкции проходимы в течение 10 и 8 месяцев после операции. Еще раз хотелось поблагодарить за внимание, еще раз поблагодарить моего учителя за те навыки, которые он мне дал, и мою команду, с которой мне сейчас очень удобно работать. Спасибо.